год неизбежен. И скоро накрывать новогодний стол. Поставить на него обыкновенные жареные котлеты как-то очень просто. Я предлагаю приготовить котлеты в виде снежных сугробов. К тому же, это блюдо совмещает два в одном. Это и мясо, это и гарнир. Для котлет я приготовил 800 грамм мяса. Здесь свинина и говядина пополам. Из него мы будем делать фарш. Фарш добавим пару луковиц, пару зубков чеснока, соответственно, приправки, травки, перец, соль. Также почистил 3 картошины, 400 грамм шампиньонов. Можно взять любые грибы, маринованные, соленые, уже готовые, сырые. В дальнейшем мы обжарим их. Также майонез и 150 грамм твердого сыра. Соответственно, подсолнечное масло. Перемалываем мясо на фарш вместе с луком. Фарш приготовили и переходим к нарезке грибов. Грибы нарезаем не крупно, потому что они будут укладываться на котлету. И отправляем обжариваться на подсолнечном масле. Пока жарятся грибы, на крупной терке натираю любой твердый сыр. Грибочки присаливаем и жарим до полного выпаривания жидкости. На той же крупной терке натираю картофель и формируем из фарша котлеты. Перед этим процессом я рекомендую вам смочить руки холодной водой. Тогда фарш будет легко отделяться от ладоней. Котлетки формируем не очень толстыми. Вот такие. И выкладываем на противень. Противень я предварительно укрыл пергаментом. Следующее, пока не выработаем весь фарш. Вот, один сугроб мы сделали. Переходим ко второму. Берем готовые грибочки и укладываем на фарш. Количество фарша зависит от ваших желаний, от ваших предпочтений. Вот, смотрите. Вот так. Достаточно много грибов. Сверху на грибы укладываю натертую картошечку. Если упадет, ничего страшного. Мы подстелили пергамент, и картофель не прилипнет. Вот, уложили картофель. Теперь сверху смазываем майонезом. Майонез не растечется и сохранит сыр, который мы укладываем сверху. Вот так. Получился второй сугроб, полуфабрикат. Вот такая красота у нас сейчас получилась. И свои котлеты мы сейчас отправим в духовку. Духовка разогрета до 180 градусов. Выпекать будем в течение 30-40 минут. Прошло 35 минут, выключаем духовку и достаем наши котлеты. Ай, пахнет как вкусно. Ну, настоящие сугробы. С Новым годом! Приятного аппетита!